Смотрите, сегодня какое столпотворение здесь. Машин тьма тьмущая. Куда-то все едут в понедельник. Вся площадь заставлена машинами. И здесь вот в три ряда они стоят. Что тут такое происходит? Сейчас посмотрим. Так, продолжаем идти. Машин все больше и больше. Тут вообще не проехать никак не могут. Ну что, попробуем перейти через дорогу? Как-то получится, нет? Да? А, тут ярмарка, смотрите. Так, посмотрим. Какие цены. Арбуз. 100 рублей. За килограмм картошка 80. Здравствуйте. Здрасте. А это все местная, да, продукция? Да, это все местная. Угу. Арбузы тоже, да, местные? Да, арбуз местный тоже. 100 рублей. Это за... А сколько такое весит? Это примерно. Примерно, да, это примерно 3 килограмма. 3 килограмма. Рублей 300, да? Да, да, да. Угу. Понятно. Голубика. Здесь, это по литрам, да? Один литр 400 рублей. То есть это ведро 10 литров 4000, да, получается? Это вот такое, да? Да, такое. Угу. А варенье это полкило, да? Нет? Банки, да? Полкило, да. 500 рублей. А такой сколько стоит? Вот такой маленький по 200 рублей стоит. 200? Нет. Понятно. Вот это по 400. Ага. Так. Смотрите-ка. Картофель жатый 120. Огурцы. Домашняя картошка, но мелкая, да, она мелкая. Кабачки вон какие, по 60 рублей. Вот такие вот цены. Так, дальше идем, яблоки, но это... Так, арбузы 80. Кабачки по 30, свекла 80, такая капуста еще по 130, такая баклажаны 130. Даже по 60, но неплохие. 50 огурцы. А вон тыква по 100 рублей. Получается. Капуста по 40. Тыкву по 100. Так, а тут мед. Здрасте. А почем килограмм у вас получается меда? От сорта зависит. Сорта? Ну, вот, вот этот, разнотравье. 900 с чем-то будет. 700, да? А тут больше килограмма, да, в банке? Да, тут кило 150-180 идет. Угу. Так, ну что, дальше пойдем, посмотрим. Тут еще продают.
А брусника почем ведро? 2,5. 2,500, да? А тут сколько литров? 10, да? 2,500. Брусника. Так, репа 150. Перец 400. Свекла 8. А, вот тыква. Лагина местная 100 рублей. Удыня 150 есть. Тоже местная. Кукуруза 200 рублей местная. Перец 100 рублей. Тоже местный, считаю. Так, морковь. 50 рублей она такая. Редька 150. Такая длинная. Так, это торговый центр «Айсберг». И что мы здесь еще видим? Площадь, Комсомольская площадь. Вот там проходит школьная ярмарка. Вон там дальше, мы туда уж не пойдем. Сейчас все через рынок пройдем. Большой поток людей идет, кстати, вот в этот торговый центр. Вот рынок. Для пробы пробую снимать вот в вертикальном формате. Как бы сейчас многие смотрят через смартфоны, поэтому им даже может быть и удобнее в таком формате вертикальном смотреть. Так, ну что, сам рынок. Тут обычно мясо продают. Вот, кстати, киоск с белорусскими продуктами. Ой, какой-то дымок сегодня в городе. Сейчас посмотрим, что здесь. Здесь видно, да? Так. Вот есть колбаса. 544 рубля, да? Колбаса любительская. Угу, 450. Да? А это белорусская, да, все производство? Да. И сыр тоже белорусский, да? Да. А что еще белорусского есть? А, сгущенка, да? 165. Молоко, сгущенка. А вот это вот в тетрапаке? А, нет, вот это по 140, да? Сгущенка и молоко. Милковита, да? Это белорусская, да? Здесь какие-то рассаду продают. Или что это? Кусты какие-то. А, это эти... кустарник ягодный. Ух ты, там красная смородина и так далее. Здрасте, что? Стоит? Вам скидка будет, уважаемый. Нет, скажи, сколько стоит такая? 130 торгую 100 грамм, вам по 100. А, это 100 грамм, что ли? По 90 можно. Нет, такой лоток сколько стоит? Примерно... Эй, подойди сюда, да-да. Вес какой у него? 450 грамм. 450 по 100 рублей, да? Это 500 рублей где-то, да? Какие-то цветочки, клумбы у них посажены. Там самовары там не торгуют. Выходи, торгу. Что, это 1200, да, килограмм? Клубника, да, у вас? Где они там все? Куда-то попрятались. Короче, 100 грамм, 1120 рублей. Ежевика 100 грамм 200, клубника 100 грамм 220, малина 100 грамм 220. Вот такие цены. То есть это уже по 100 грамм цены указаны. А виноград почем у вас? Килограмм, да? А слива? Слива 250. 250, да? А это вот вес за 100 грамм, да, у вас? То есть такой лоточек, лоточек сколько примерно весит? Это полкило. Полкило, да? То есть это получается где-то 1000, да? 900. 900, ну понятно. А брусника почем у вас? Вот эта каретка 300. А вот это, да, маленькая? Вот это 1200. А это 1200. Так, а что, Ленина? 400.
Первый пакет там вообще. Первый пакет. Кровавый. А вот он рыбу. Ну, можно зайти еще на сам рынок, вот тут внутри этого здания. Ну, в принципе, понятно, да, цены какие здесь на крестьянском рынке сейчас. Ну, короче, цены еще те. Вес за 100 грамм, там по 2000 килограмм, 1500-1200, такие цены для ягоды. Добавлю. 5 литров, это что получается литр? Ну, 5-литровый же. А, 5, 2800, 10 литров, да? Да. Угу. А, такими лоточками можно взять, да? Да, да. Один... Это литровые, да? Да, 300 рублей. 300 рублей. Пол-литра. А по весу это сколько будет, а? Если на весах брусника такой? Меньше килограмма, да? Да, меньше, чуть-чуть меньше. Да, деньги. Я ведро же 10 килограмм не будет, сильно меньше. 500. Или килограмм полностью. Понятно. Так, вот оно, 1400. Триста рублей литр, смородина 500, да? Шиповник 300 литр. Здравствуйте. Давайте. Ага. Тут подешевле, по-моему. Чуть-чуть. Ага. Вот так. Нектарин. По 200, да, это? Мелкие, да? А он не сладкий или сладкий? Сладкий. А какой слаще, по 350 или по 200? Так, вот идет сочный, а по 250 мелкий, да? Эти сочнее. Виноград по 200, да? Сладкий без косточек. Угу. Последний остался. Это вот мелкий картофель, да, по 50 рублей, да? Это он только, да? А? Только выкопали картофель вот этот. Вот этот. Свежий, да, картофель? Да, да. Картошка молодая, свежая. Это блин и о. Ну, за ночь вообще дойдет. Тебе дошли в магазин. Ну все, вот мы посетили рынок крестьянский, посмотрели на цены. Выводы делайте сами.